Доброго времени суток, друзья! И в связи с часто задаваемым вопросом, а как же подключиться к проекту Арис, сегодня будет некий гайд. Как же нам поиграть на проекте Арис и как подключиться к серверу? Давайте не будем долго толочь воду в ступе и приступим. Ну и для начала всем, кто хочет ознакомиться с проектом Арис Roleplay и ознакомиться с самой игрой Арма, нужно посетить группу ВК. Для получения необходимой информации. Ссылочки на группу ВК проекта Арис будут в описании к этому видео. А мы приступаем. И первым делом нам с вами понадобится лицензионная версия игры Arma 3, которую можно приобрести на игровой площадке Steam. Именно на стимовскую версию игры Arma 3 я оставлю ссылки в описании. Здесь же можно приобрести и дополнения к этой игре, которые, в общем-то, вам не обязательны. Все дополнения можно приобрести в любой момент по мере необходимости и вашего желания. Также здесь можно ознакомиться и с требованиями по железу к данной игре. Итак, мы ознакомились с системными требованиями и скачали игру, после чего она появится у вас на аккаунте. Ну и если в моем случае надо нажать кнопку «Играть», у вас это будет «Установить». Устанавливать игру лучше на SSD-диск, но если нету SSD, пойдет и простой твердотельник. Итак, мы установили игру Arma 3, и что же нам делать дальше? А дальше нам нужен TeamSpeak для общения на сервере. Саму программу TeamSpeak можно скачать с официального сайта, ссылочка на который будет в описании к этому видео. Заходим на сайт, нажимаем зеленую кнопочку «Скачать», выбираем свою операционную систему, выбираем свою разрядность и нажимаем «Скачать». Далее идет установка. Установка очень простая, просто следуйте тому, что предлагает вам программа. Нажимаете галочки «Согласиться», и программа TeamSpeak ляжет в папку «Program Files» на диске C. После установки программы TeamSpeak запускаем ее просто для того, чтобы успокоить свою нервную систему и убедиться, что программа работает. Так как это еще не все. Для полноценной работы программы TeamSpeak в игре Arma 3 нам нужен плагин. Плагин называется Task Force Radio Arma 3, который можно скачать по ссылке под этим видео или перейдя в группу ВК проекта Арис, ссылочки на которые тоже размещены под этим видео. Переходим по ссылочке и скачиваем аддон для программы TeamSpeak. Скачиваем в любое удобное для вас место. Далее плагин нужно установить. Для корректной работы данного плагина нужно полностью выключить программу TeamSpeak. Запускаем плагин. Далее совсем соглашаемся, нажимаем «Установить» и все, плагин установлен. Запускаем программу TeamSpeak, заходим в «Инструменты», выбираем подпункт «Аддоны» и находим там наш плагин. Все, он установлен. Таким образом, с программой TeamSpeak и дополнительным аддоном для игры в игру Arma 3 мы разобрались. Следующий шаг – это сама модификация проекта Aris Roleplay, которую можно скачать, перейдя по ссылочке в группу ВК проекта Aris Roleplay или прийти прямо под этим видео по дублирующей ссылке. В любом случае мы попадаем в мастерскую модификации платформы Steam, где от вас требуется только нажать кнопку «Подписаться», после чего пойдет автоматическая загрузка, которую вы можете проконтролировать как на странице самого Steam, так и непосредственно в игре в разделе «Модификации». И после того, как модификация полностью установится и вы поймете, что вы морально созрели погрузиться в мир проекта Aris Roleplay, мы переходим к последнему шагу. Мы подключаемся. И для этого нам надо перейти в группу ВК или в описание под этим видео, скопировать адрес сервера TeamSpeak, запустить саму программу TeamSpeak, нажать «Подключиться», ввести в верхнем поле адрес сервера, в нижнем свой псевдоним и нажать «ОК». И мы попадаем на канал сервера Aris Roleplay. Таким образом, мы подключились к голосовому каналу проекта Aris Roleplay в программе TeamSpeak. Оставляем ее в покое, ну или сворачиваем в трей. Она должна работать. Осталось следующее. Запустить саму арму. Соответственно, кликаем по иконке, запускается игра, и первым делом мы заходим без всяческих модификаций на чистую версию армы. Запустив арму, заходим в правый верхний угол, выбираем человечка и нажимаем на имя «User». Перед нами выскакивает меню настройки персонажа. Если вы первый раз в игре, у вас список будет чистый. Все равно, в любом случае, нажимаем кнопку «Новое»,
Пишем в верхней строчке имя игрока, свое имя, через пробел фамилию. Имя и фамилия не должны быть очень длинными. Выбираем лицо персонажа, нажимаем «Применить» и «ОК». Все, мы настроили персонажа, и с этим именем вы будете заходить на проект Aris Roleplay. Покидаем это меню и полностью выключаем игру. После выключения игры запускаем ее по новой, но только в этот раз идем в раздел «Моды». В модах, если он у вас один, Aris Roleplay, то он будет один, ставим галочку. Если, как у меня, много, ищем, где находится мод Aris Roleplay, ставим галочку и нажимаем «Запустить игру». После чего Arma сама подхватит выбранный вами мод и перекинет вас на страницу «Браузер серверов». В случае, если такое не произошло и вы не попали на эту страницу, ничего страшного. Заходим в главное меню игры, выбираем «Браузер серверов» и нажимаем на эту строчку вручную. В любом случае, вы попадете на страницу «Браузер серверов», где в свою очередь нас интересует кнопка «Подключиться», нажав на которую мы попадаем на страничку, где есть две строчки. В эти строчки нужно вписать адрес. Ну где же его взять? А все там же, в группе ВК проекта Aris Roleplay. Ну или в описании под этим видео. Заходим в группу ВК, просто копируем адрес и вставляем его в верхнюю строчку. Нижняя строчка – это адрес порта, который мы точно так же копируем в группе ВК или под этим видео. Благополучно вставляем, нажимаем «Подключиться», и у нас появляется строчка с надписью «Aris Roleplay», на которую мы с трепетом, используя левую кнопку мыши, кликаем два раза и с чувством наивысшего благоговения подключаемся к серверу, где мы, конечно же, будем радовать окружающих своей роли-плей игрой. Но о том, какие правила существуют на этом проекте или как управлять персонажем, вы можете узнать в группе ВК Aris Roleplay или у них же на Discord-канале, ссылки на которые будут в описании. У меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Играйте в игры, получайте удовольствие и всего вам доброго.